Открыть новые направления и сказать свое слово в современном искусстве. В Рыбнице прошел второй тур фестиваля «Юность, творчество, талант». Балетные пачки, украшенные бабушкиным платком. В этом танце органично переплелись и прошлое, и настоящее. Такое видение современного искусства представил коллектив из села Красненькое. Ребята говорят, когда готовились к конкурсу, буквально ночевали в школе. У них нет хореографического кружка, поэтому пришлось сообща придумать свой танцевальный стиль. Русский народный танец, мы считаем, что это наша традиция, и мы должны это делать, потому что так делали наши предки. Как ни странно, очень хорошо вписался в хип-хоп русский народный танец, и получилось очень живенько. Там есть общие движения. Общие движения, да. И мы пришли, что похожие движения, и времена переплетаются всегда. Найти и поддержать новые формы детского и юношеского творчества. Такую цель ставят перед собой организаторы конкурса. Во втором туре фестиваля состязались юные таланты из 20 школ Рыбницкого района. В этом году фестиваль посвящен номинации «Современное искусство». Данный фестиваль состоит из двух этапов. Это концертные номера, куда входят такие направления, как оригинальный жанр, вокал, хореография и другие формы детского и юношеского творчества. И второй этап – это выставка декоративно-прикладного творчества, который состоится 20 февраля. Победители представят город и район уже в республиканском туре конкурса. Он пройдет 14 марта в столичном дворце культуры.